Ребята не проходят собеседование в КГБ, им отказано в поездке. Таня просит Володю наладить отношения с Ниной Васильевной. Володя понимает, кто вставляет им палки в колеса, с выездом в Париж и звонит своему дяде. Толя пытается признаться Тане в любви и целует ее. Это случайно видит Володя и остается у Лиды на ночь.